Всем приятной жизни, это шашлык, и мы идем на ограбление. А что это за тип нам втирает? Это вообще кто? Он кто? А, да, со мной же еще в конфе Макс, Инвизик и Акакий. Да, всем привет. Всем привет. Это хрен из ФСБ. Хрен из ФСБ? А что делает хрен из ФСБ в GTA? Ограбление. То есть он планирует ограбление? Да. А как это ограбление называется? Human Labs. Human Labs. Не Акакий, а высший психиатр. А вот хрен тебе, ты у нас будешь Акакий. Нет, ты у нас Акакий Воткин. Да, Акакий Воткин, все. Как бы можешь сливать. Теперь тебя все, ты на канале будешь... Ты можешь менять название своего аккаунта на Ютубе на Акакия. Вариантов у тебя просто других не остается. Так, Human Labs это херня. Слушай, а можно как-то пропустить? Меня? Нет, потому что ты это не проходил. А, окей, посмотрим. Один из вас... А что тут надо делать? Есть вариант летчиком быть? Главная твоя задача это не умереть и все. Подожди, это я могу. А летать тут надо? Какие есть роли? Надо. Ой, надо, я все. Летчик. Короче. Надо будет. Я летчика забил. Поставьте меня на летчика, я хочу полетать. Я давайте таким шашлыку ядро. Не, вы мне самолет дайте. Или что ты сказал? Ну, гидру, самолет. А, ништяк, гидру. А может лучше не надо? Надо, нормально все сейчас затащим. Я тебе... Ты помнишь вот тогда, когда тоже говорили, что типа, может... да ты не пролетишь, да все, я вообще с первого раза четко пролетел. А я тогда говорил то, что я на винты тогда не упаду. Может, Сереж, за 10 и пройдем? Так, что надо нажать? Готов. Как это на... А, подожди. Стрелочками. Все, я не тупой. Да блин, оно никак не этот, я не могу найти. Ой, что случилось? Что-то... Загрузка. А, во, мы идем такие. А как... Этот хрен из ФСБ, это и есть Акаки, что ли? То есть, этим хреном из ФСБ было как... Подожди, а мне на какую роль меня поставили? Это еще... До самолета еще далеко. Так, ну мне потом этот... О, смотри, садись, давай этот самый, за Эрика дай мне сейчас свободу. Только... А садись, как давай. Как сесть? F. А, F. Я же давно не играл, я уже все забыл. Когда я сяду за самолет, я буду думать, как им управлять. Но он на нампаде, да, управляется? Или нет? Да. На нампаде. Да. Сейчас игру можешь прибавить. А, во, игру прибавить. А, ну я сейчас посмотрю по шкале. Ну да, надо чутка добавить, так. А ты там можешь этот самый посигналить, например? Сигналить. А, ну, в принципе, оно... Ну, сейчас, чуть-чуток можно добавить, и нормально. Да что, нормально. Вот, так, я уже понял. Так. Короче, вот... Ой, я убавил. Фак, а как оно... А, во. Вот так вот, на... Во, ништяк, вообще четенько. Все, супер, просто песня. Песня. На стриме GTA. Все, мы играем в GTA, ура, смотра у нас. Ля, так а это что, в GTA или в GTA можно любую картинку размещать на тачку? Любую можно картинку. Смотра. Кстати, это просто надо создать банду и туда свою картинку. Ага, понятно. А кстати, этот самый, что-то они там собирались Путину писать, а он на прямой линии ни слова не сказал про этот самый. Вопрос так никто и не задал. Ну, видимо, им по барабану. Ну, я на самом деле так думал. Так, все на по своим меткам все. На карте желтая метка. Да, но ты на нее стал машиной. А там нормально все. А, ну я, видимо, на ней, значит, стою. Угу. А нам нужно оружие, вот у меня есть дробовик и пистолет. Сейчас не надо стрелять, ничего сейчас не надо. Кто покупатель? Шашлык и Акакий. Оу. О, главное не умрите там снизу. Да не умрем, ты не парься вообще. Да, я хоть раз умирал вообще. Я же ни разу не умирал. Слушай, а что ты стоишь с этим, как он, миниган? Ты у тебя ничего поменьше не было, чтобы более скрытно. А мы можем друг по другу стрелять? Нет. Тут вообще сейчас не надо стрелять. Иначе заново надо будет. А я уже кто-то стрелял. О, это... сейчас будем стрелять. Вам нужны коды доступа. Human Labs. Alright. Тогда будет все готово, мы дадим вам коды. Пробей в программе, надо их проверить. Так, значит, Акакий, он по-любому подозрительный тип. Тот банк, это ваша работа? Не, мы вообще не при делах. Мы вообще не знали, что это было.
Сейчас вы ввязались в совершенно другую игру, друзья мои. С Акакием, конечно, да. Все готово. Все в порядке. Так. Вот она, кстати, из GTA 4, это Мишель. Мишель из GTA... Твою мать, ФБР! Что здесь делают эти клоуны? Просто сейчас выживаете, просто выживай. Да изи вообще, сейчас выживем. Ай, тёлку сейчас убьют. Тёлку не убьют. Нет, не убьют. Она, главное, они так на нее посмотрели. А что надо делать, стрелять? Или не стрелять? Выживать. Так, да, надо выживать. Короче, Акакий, ты их убиваешь, а я прячусь, окей? Блин, я тоже хочу пострелять. Блин, у меня просто дробовик. А где мои жизни? Шашлык, сейчас умрешь сзади. Какого сзади я умру? Какого за... А как вылезти? Твою мать, что происходит, вы сволочи? Меня убивают! Да я тебя спасаю. А, подожди, это Хабиба? Есть, я его убил! Я его убил! А, нет, он еще живой. Меня убили. Ну, не, ты же не умираешь. Это не считается. Это не считается. Подожди, это как-то жестко так сразу. Вот справа от тебя на метке будет гараж. Вот как и начнется война, зайди в него. Я к этому был не готов. Подождите-ка. Так, а как тут перезапустить? Page up. Page up. Так, подождите. Сейчас разочем. В гараж сразу заходи и сиди там. Там был гараж? Он справа от тебя будет, да? Окей, гараж справа. А если я буду стоять к нему спиной? Можешь сейчас, пока вот ждать будешь, пока не приедут, зайди, посмотри, где гараж. Чтоб а, ты потом вот, ништяк, зайду, посмотрю, где... Слушайте, какая жопа... А это только второе ограбление, да? Это третье. Это первая миссия. Не, подождите, само ограба по счету какая? Третье. А сколько их всего? Пять. Дальше будет... Тогда, в принципе, я просто думал, что если это там треть, а их всего 20, то что ж там на 20-й так? Так, подожди, где гараж? Сейчас, пока мы стоим. Вон, от зеленой машины налево, вот гараж. А, так мы сразу отсюда перезапускаемся. Вот гараж. Вот гараж, видишь? Вот. Сюда, прячь. Ну я, естественно, не буду прятаться, я чё, лошара, что? Сейчас повоюем, так. Прятаться, ага, сейчас. Так, а вот... Еще такой вопрос. Вот у меня есть 3 каких-то пистолета, точнее их даже 4. А как между ними переключать? Колесиком. Так нет, колесиком это я между машин, ой, между оружиями вообще вот. Там пистолет, автомат. Таб, таб зажми и выбери ячейку, что где тебе надо поменять, и там крути колесико. Да. Так, каждая ячейка, потом колесиком. Все, я понял, ништяк. Ребят, мы возьмем коктейль Молотова и будем устраивать пожарище. Чувствую, долго будем третье ограбление проходить. А кто-то куда-то да, особенно. Особенно миссию со стелсом. Учитывая, ой, сколько... да там соло проходит. Я в одного проиграл. Если запускались, дайте мне теперь оторваться. Что, соло проходит там, да? Да, там в одного можно пройти. Ну окей, я посмотрю, как ты пройдешь в одного, когда я буду умирать все время. Или там не этот самый, там не считается, если кто-то умер, то ништяк. Считается. О, ништяк. То есть, подожди, то есть, если я умру, то ты не пройдешь. Угу. Но тогда ты в соло не пройдешь. Тебе нужно будет спасать мою задницу. Сейф, майс. Слушай, а чё ты там сидишь с ракетницей? А где этот, где четвертый? Макс, ты где? Я на точке, на крыше. На крыше этот инвизик с ракетницей, или это ты? А я сзади тебя, там такой сзади типа как тебя, балкончик, железный балкон. Так, подожди, там нам тупо надо отбивать эти атаки, да, которые идут? Да. Да. Я с молотком, тебе... если что, нормально? По-моему, я справлюсь, вы как считаете? С молотком, да, по-моему, все. Главное успеть добежать до гаража. Да, да зачем гараж? А потом оттуда его можешь кидать. Молоток? Так он у меня один, если я его выкину, то все. Так, подожди, сейчас все будет, сейчас вот вообще четко будет. Я сейчас коктейль гараж, Молотова. Гараж, сразу иди в гараж. Да не пойду я в гараж, я коктейль Молотова хочу кинуть. Ну что, какой гараж? Кинь коктейль и беги в гараж. Так, как его кинуть? На, я могу его не высовывать. А, суки, сейчас я вас поджарю. Сейчас я вас, мрази, поджарю. Сейчас я вас поджарю, Так, короче, кто-нибудь прикрывайте мне спину. Я стараюсь. Меня со спины, а этих я поджарю.
Так. Убивайте дальних, я не вижу их, которые у вас. А что у меня еще есть? О, у меня есть бронебойный пистолет. Нет, это не бронебойный, подожди. А это винтажный. О, винтажный пистолет. О, я вижу чувака. Так, сейчас я его... Есть, четко хедшот! Или это не я его снял? Да не стреляй, кто там из пистолета по моему чуваку из минигана садит. Или это не... Нет. Вы все с миниганами, один я с пистолетом. Так, ну все, поехали, поехали, поехали. Куда я поехал? Куда садиться-то? А, Вок, тебе в тачку садиться? Давай, 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 садись. Да подожди, ты спешишь куда-то, мы же ограбление проходим. Тут все должно быть спокойно. Ай, твою мать, меня почти убили! Почему нельзя в кругу сесть? Или это и есть круг? Потому что, нет, это не... тут а, нет круга. А, я ж могу стрелять из пистолета, из машины, я забыл. Я сел на расслабоне, сижу, чаёк попиваю. Этот самый. А мне надо стрелять по всем подряд? Нет. Окей, я понял. Менты, менты, менты. Ай, куда ты в столб ехал? Надо его отвечать. Riders on the storm. Ой, фак, что-то как-то нас сейчас убьют. У меня осталась одна пятюнечка жизни. Это нормально, да? Живем. Ну, пока живем. Но мне, вот меня, если меня поцарапает, я не знаю, осиная попка, я сдох. Так что, очень этот... Не, ну X, мы... X зажми. X, зачем зажимать X? Зажми X. Зажал и чё? Ну, вот, ты всё, присел. Пригнул. Да ты чё? Так неинтересно, я хочу стрелять. Я как этот, знаешь, как в фильмах бывает, вот идут все на дело, и там всегда есть в миссии какой-нибудь долбоёб, который из-за которого, короче, все всегда его задницу спасают. Вот я возьму эту роль. Вы не против? Я вот так и думал, что вы не против. Вот поэтому всё нормально. Я ему проткнул колесо. Чтобы сфокусировать камеру, нажмите R. Это как? Вау! А что-то не то. Как... А, то есть она как-то так... Камера так... Прикольно. О, Максим, по нему! По Максу! Мы тебя обгоним! Есть! Мы сделали Макса. Четко, да, было? Эй, нас Макс обгоняет. Сейчас я ему колесо пробью. Ну зачем граната-то? А я что, гранату кинул? Да. Ты уже вторую кинул. Ой, я, чтобы колесо пробить. Гранаты, говорят, пробивают колеса. Слушай, как сейчас бы еще пару секунд, и был бы эпичный фейл в конце миссии. Так это все, что он требовалось, что ли? Да. И вы думали, что это мы не пройдем? Да это же вообще изи. Вообще изи. О, у шашлыка золото, платина точнее. У инвизика бронз. Все, что. Так мне еще 25 штук баксов дали. Охереть, короче. Охереть. Круто. За такое дают 25 штук баксов. Чувак пишет. Как будто она в 12, так написал. Она же в 19.00 по Москве. Так, и чё сейчас? У меня черный экран. Это нормально? Так и должно быть? Да, да. Это загрузка называется. То есть в Rockstar не знают, что на загрузку можно поставить там чё-нибудь там. Ну, как вот в Skyrim там монстра ставят. Это слишком сложно. Ну, хотя бы текст какой-то выводят, и чувак его читает. В Rockstar, короче, а мы сделаем черный экран. Так никто не делает, мы оригинальные. Так и чё? Все, что ли? Сейчас следующий NVIDIA кинет. Почему вы все горите? А у меня чё? А я почему не могу стрелять? А, это потому что у меня патронов нет. Так, подожди, как ты там хотел зажать тап? Ой, а у меня вообще на пистолет патронов нет. Да, погнали. Садись в магазин, это вот ты на вот отвезу.
А не мог тачку получше? Да, взять? Да. Это я, ну вот это. И еще еду купить. Это самая дорогая, которая в игре. Так, не надо обижать мою машину. Я кидаю какие-то бомбочки. Согласен, самый лучший это Мерс. Бомбочки. Ты не против? Мед. Он медленный. А как их взрывать? Какой кнопкой? Нет, он быстрее курил. Но самая быстрая машина это бомж. Вот смотри-ка. Вот смотри. Да, едем в магазин. В магазин едем. Да. Ну магазин же ж не будет работать, если у нас будет полиция. Ну так оторвись от них, скинь с хвоста. Мы не нарушаем закон, почему за нами. Да, не нарушаем. О, кто-то на бабки попал. Почему это произошло? Я думал, я не могу взорвать свою машину. Кто-то попал. Кто-то попал на бабки. Твою. Ты мою взорвал. И заплатил за это 20 штук. Что мне теперь делать? Как я... Да. А как это? А Каки, кинь мне пригласящий. А что делает газовая бомба? А-а-а. Газ выпускает. А что он делает, этот газ? Ну, долго. Встал. Ну, встань в него. Стою. Ничего не происходит. Ну. Ой, я умер. Я понял. Так, то есть газ выпускается, и я умираю. А, это надо в здание закидывать. Так, бомба-липучка, граната. Так, а что делать-то надо нам? Сейчас. То есть это мы уже прошли миссию, как бы, а и ты... этот. Ля, у него такой сигнал, короче, этот понтовый. Я на Куруме, короче. А вот эта Курума, она дорогая, да? Или там на нее надо какой-то лавол набить, чтобы ее купить? Нет, она у тебя уже открыта. А, 500 да штук. Я просто помню, этот Акаки писал как-то на стриме, что типа вот мне там еще надо что-то сделать, чтобы Куруму купить. Или это я что-то путаю? Блин. Это он про деньги писал. Это ж вроде мало по меркам ПКО. Ну такое себе. За последнее ограбление там всего лям 200 на так, Питере. Так, а я не пойму, где магазин оружия? Я хочу купить пушки. А как посмотреть, сколько у меня денег? Так, на Z нажми, в правом углу будет написано. 2 миллиона 897 тысяч 728 долларов. 2 миллиона 897. Сколько? 7728. И еще у меня в банке вроде бы тоже какая-то цифра. В банке? 970 тысяч. А у меня 2 миллиона. У меня. То есть я поэтому и говорю, что 500 тысяч по меркам GTA это мало, учитывая, что я в него не играл, а у меня уже 2 миллиона. Так, едь на метку шашлыку. А! Сейчас на миссии ты сможешь Ну, там есть будет кнопка купить весь боезапас. А я уже надо приехал, по магазинам подожди, шариться. Да, я в магазин затарюсь и на этом... О, Максим, здорово. Не мог меня довести, главное, нормально. Я ничего не взрывал. Так ты же взорвал оно само. Как же ж я только... Сейчас, я в магазин Пригласа, затарю. Понимаете. Что-нибудь. Так, Е, посмотреть. Так, тут постоянно... А как меня... Ой, а у меня все закрыто. А как менять этот самый... А, острый. О, я могу стрелочками. Купить этот мафиозный этот. Так, купить. А как купить сразу с полным боезапасом? А, похрен. Куплю. У патронов пробел уже. Боезапас. Так, ща, я затарюсь, подождите, ща. Тут... О, ракетница. Ракетница. Полный за... Так они тут копейки стоят по 7 тысяч. Господи. Ща мы тут... О, какой-то автоматик. О, не, херня, автоматик, дробаш винтажный. Вот эта тема. Так. А, нет, я не то нажал. Блин, неудобно. Почему нет кнопки купить все? Или есть кнопка купить все? Можно купить весь магазин? Ну, я понял. Для патронов есть.
Можно вот через меню взаимодействия да, все купить. Понял. Ну, это так, сложно. Сейчас я еще себе какой-нибудь автомат куплю. Или о, винтовка снайперская или снайперский автомат, что-то такое. Короче, сейчас я вот эту еще штуку куплю. Так, патроны. Ага, вот, купил. Блин, у меня какие-то 3000 отнимаются, а у меня деньги вообще не уменьшаются. Короче, я понял. Круто все. Это мне, помните, тот читак, короче, накидал этих бабосов? Вот, я тогда помню, не было. Я, короче, накидал там хреновую тучу. Я главное, их хотел не брать, вот, но... Так за это шо... забанить могли. Так и шо. Тебя. Ну, забанили. Если ты не читеришь, не забанят. Мне на днях тоже накидал, на читера попал. Нет, я если... Мы могли просто видео в саппорт скинуть. Так, все. Они бы скинули видео, и что? Я честно думал, что я их нашел в помойке. Иду, значит, по городу, в помойке лежат... Как дело вообще было? Иду я по городу, тут в помойке лежат 5 миллионов баксов. Ну, я думаю, кто-то выкинул, значит, не надо, я и взял. То есть, за что банить-то? Так, я принял. Принимай, так, ладненько, ребятки, все. Я тогда, пожалуй, на этом этот выпуск и закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык, Акаки, Инвизик и Макс.